Здравствуйте, друзья Садового экспресса. Хочу показать вам свою иву. Иву пурпурея, нано пурпурея. Это кустовая ива. Мы привыкли, что ивы это деревья. Но есть еще и вот такие чудесные ивы в форме шара, шаровидная ива. Пурпурея, потому что у нее, вот видите, стебли, они пурпурного такого цвета, сочного пурпурного цвета. А которые постарше, они становятся, конечно, серыми стебли, а молодые пурпурного цвета. Эта ива в последнее время стала очень модной. И вообще ивы стали наши садоводы часто высаживать. То, что было не характерно еще лет 15 назад. Но ива давно-давно оценена ландшафтными дизайнерами всего мира. И мы знаем, что даже в Королевском саду в Англии есть очень много видов ивы. И мы тоже стали вот садоводы современные высаживать современные сорта ивы. Эта ива считается шаровидная. Она в форме шара. Шарик можно формировать. Обычно формируют его осенью. Если у вас ива, это где-то солитер стоит посреди сада, и у вас есть много места, то ее можно оставить побольше. Мне нравится она вот в виде чаши. Я ее буду формировать сейчас, обрезать, но не сильно обрежу. У меня здесь много места, свободы, воздуха, и она таким красивым куполом, полукуполом или чашей, она вот так вот стоит. Но если вы где-то размещаете иву в хвойных композициях, и вам нужен маленький шарик, то ее нужно радикально обстричь. Обычно нужно стричь желательно осенью, чтобы весной она уже не травмированная, после зимовки пошла в рост. А вот смотрите, вот эту иву я еще пока не обрезаю, потому что еще она до конца не опала. Листочки еще держатся, значит, еще идет процесс вегетации. Вот чуть-чуть, когда еще осталось времени, середина уже октября, когда опадут все последние листья, я ее сожму ремешком и выстригу верхушечку. Но немного, сантиметров 15, но может быть 20, чтобы у меня был очень красивый, богатый лист. Летом она хорошо смотрится. Листочки мелкие, даже серебрятся, как будто бы синий налет на них есть. И она солитер такой красивый. Среди газона, среди травы можно посадить. Или посадить под ней можно однолетние растения. Вот такая красавица. Если вы увлекаетесь ивами, то ищите нано пурпурея. Ива кустовая, шаровидная. Спасибо!